Привет всем! С вами канал The Big Lady of the Small House и апдейт моего садика в контейнерах. Итак, что у меня тут? Цветет перец. Бок чой уже скоро созреет полностью. Можно будет собрать семена. И осенью уже буду сажать, потому что у нас слишком жарко. Для него он сразу пойдет в семена. Пророс один корешок имбиря из всего того, что я сажала, и сюда, и сюда. Ну, в любом случае, хоть один тут хорошо. Черная морковка у меня засохла. Не нравится ей что-то. А вот дайкон, вот уже завтра, послезавтра можно будет начинать собирать семена. По крайней мере, вот в этом точно уже готово. Так что и этим тоже на осень я обеспечена семенами. Напоминаю, что и бок чой, и дайкон семена у нас не продаются, поэтому я вырастила их из магазинов. То есть просто воткнула одну редьку сюда и один этот вилочек бок чой туда. Сельдерей здесь у меня засох по какой-то причине. Бук вот в таком состоянии. Тоже не знаю, что ему не нравится. Сельдерей растет. Помидорки. На днях я им проводила обрезку нижних листьев. Вот я смотрю, их на них напали клещи. Надо будет обработать. Дальше то же самое здесь. Клещи, клещи, клещи. И огурчики. Мужские цветы вот здесь вот цветут. И появляется первый женский. Так вот. Так что скоро буду снимать первый урожай. Перчики начали цвести. Вот. Я не знаю, что это болгарский или острый. Посмотрим, что получится. Это то, что я купила сеянцы на рынке. Дальше помидорки уже подвязаны и начали цвести. Начали цвести. Вот. Вот такая вот прелесть. Это все черри разных сортов. Тут еще там перчик, который я посадила, потому что уже места не было, воткнула. Здесь же где-то у меня тут вот фасолька растет, тоже воткнула. По принципу пойдет, не пойдет. Вот она начала виться, может скоро начнет цвести. Дальше перехожу. Тут теплица. Здесь у меня еще пока беспорядок, потому что пока все еще продолжается работа по наполнению. Вот уже сколько засыпало грунта в пруд. Здесь идет весь растительный мусор на дно. Будет гнить, создавать мне, во-первых, там это объем, чтобы не заполнять это все почвой. Во-вторых, это будет такая компостная яма под всем слоем. Это у меня один из черри отвалился росток. Я его укоренила и пустила расти. Тут то же самое. Черри, черри, черри. И вот тут у меня какой-то странный помидор. У него листья, как у картошки. Но при всем при том, это помидор. Вон там зреет. То, что это помидор, это точно, потому что цветочки характерно помидорные. Ну, посмотрим, что у меня вырастет. Здесь уже пошел расти бурак. Пока не пророс... Что? Батат еще, по которой посадил сюда 2 недели назад, пока не пророс. Но вот... Детки гипов, которые сеянцы у меня, красняков и креолки, воткнула, растут. Из грунта здесь растет подсолнух и арбуз. И сейчас пройдем в мою кучу, которую я сделала для батата. Ну, тут он растет вовсю. И бурачок у меня растет из грунта. Перчик, батат. Батат я уже одну веточку пришпилила к земле, чтобы он там дал корешки. Здесь тоже сеянец гипа воткнула. Так как они не сортовые, мне в принципе чисто для создания красивой клумбочки. Картошка из компоста проросла. Вот там раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 точек роста батата. Помидорочки уже цветут. И тут то же самое. Сейчас жарко. И я
В саду практически не появляюсь, только рано утром, если проснусь. Ну, тут тоже помидоры, перец. Здесь у меня уже растет исмена. Пошли расти. Руди делает вид, что голодает, обжирая все подряд. Да. Не ешь картошку. И зреет смородина. Это золотистая. Через недельку будет готова. А там красная. Такой вот первый ее урожай. В прошлом году она выдала всего одну ягодку. Что ты там хрумкаешь? Вот. А в остальном жара начинает уже убивать розы. Они не успевают даже раскрыться, как их сжигает солнце. Вот такие вот красавицы. И цветет гранат. Гранат у меня тоже главный мусорник. Вот. Утром я подметала, называется, все в мусоре. Олива уже отцвела. И самое главное, мой дубок тоже решил цвести. Весь в таких вот зачатках желудей стоит. Красавчик мой. Его сажала в 16-м году. И вот он такой вот у меня вырос. Ну, под него, правда, мне пришлось как следует повозиться, потому что у меня вырос сначала в маленьком горшочке, потом его пересадил 9 литров, полностью освободила центральный корень, вот укоренился, под него было накидано невероятное количество лесных грибов. Микориза у него получилась хорошая. Кстати, вот там растет его брат. Они были посажены в одно и то же время, только тот был кинут в открытый грунт. А этот вот, а с ним я так возилась. И когда уже пересаживала в открытый грунт, вырыла яму по длине центрального стержня, засыпала все лесной землей, опять-таки засыпала сюда кучу остатки белых грибов, дубовика келли. Сюда же постоянно подкидываю зонты, которые у меня обычно не доезжают до дома, потому что от того места, где я живу, до того места, где я их собираю, практически 6 часов езды. И пока я их довожу, они уже пребывают вне кондиции. Но я их все время сюда подкидываю в надежде, что когда-нибудь они приживутся. И я буду собирать урожай. Ну, тут укропчик растет. И так, ну вот, оливки уже завязались. Вот так, надо будет мне туда прибить ветку и поднять дуб наверх. Оп, что-то он на меня уронил, чтобы он не рос в сторону дома. Естественно, эти ветки у меня тоже осенью, я их подстригу, пока пускай растут и кормят дерево. Ну что ж, на этом на сегодня все. Желаю всем удачного дня, а я поеду по делам.